при решении данной смарт-задачи необходимо разбить ее на подзадачи и далее организовать локальные брейнсторминги. Затем нам нужно скоординировать наших лид-менеджеров по вопросам верного нейминга, обменяться контактами, передать их секретарям, и на следующем брифинге этот вопрос будет предварительно зафинален. Мы уже час здесь сидим, вы не можете решить, приклеить или примить. Приклеить или примить. Вы группу в WhatsApp создаете. У вас наверняка есть группа в WhatsApp, где вы создаете именно группу в WhatsApp. Есть такая? Это инициатив просто бриллиант. Не смей этого записывать, вы понимаете, что это не работает так. Не работает это так. Вы код решаете, код. Коллеги, для тех, кто захочет посмотреть ролик полностью, он называется... в сети важные совещания. К сожалению, такие важные совещания, где вот решаются проблемы прибить табличку или приклеить, они отнимают все больше времени и ресурсов, которые можно было вместо этого направить на дальнейший рост. Понятно, что когда-то нужно было собирать корпоративные структуры, обеспечить управляемость, сохранить кооперацию или даже просто спасти отрасль. Но, как сказано еще в Ветхом Завете, время собирать камни, время разбрасывать камни. И сегодня излишняя централизация становится тем барьером, который сковывает инициативу и мешает движению вперед.